Добрыня Никитич и Алёша Попович. Неудачная женитьба Алёши. У честной вдовы Афимьи Александровны оставалось чадо милое, единственный сын Добрынюшка Микитович. Вздумал Добрыня поехать в чистое поле на защиту родной земли. Стала его мать уговаривать, чтобы не оставлял ее и молодую жену, Настасью Тимофеевну. Говорит Добрынюшка Микитович: «Ай же ты, родитель моя матушка, честна вдова Афимья Александровна! Как наехали враги, не сидится мне дома. Как же мне не заступиться за родных собратьев и за весь белый свет?» Надевает Добрынюшка Микитович свои доспехи богатырские. Не трава, ковыль качается. Богатырь перед родитель-матушкой склоняется. На булатный меч свой опирается. «Уж ты благослови, родима моя матушка, что свое ли дитя милое единое». Поклонился всем Добрыне на четыре стороны, особо честной вдове, своей матушке. Говорит он молодой жене, Настасье Тимофеевне: «Поживи ты без меня 6 годов. Если не вернусь, значит, нет меня в живых. Тогда хочешь – вдовой живи, а хочешь – замуж поди. Только не ходи ты замуж на братца моего крестового, за смелого Алёшу Поповича». Сел Добрыня на своего доброго коня и поехал. Как прошло ровно 6 лет. Стал князь стольно-киевский Владимир уговаривать молодую жену, Настасью Тимофеевну, выйти замуж за Алёшу Поповича. А она говорит: «Я исполнила заповедь Добрыни ровно 6 годов. И еще ее исполню 6 годов. 6 долгих веков». День за днем идет, как трава растет. Неделя за неделей, как вода течет, как прошло ли тому времечку 12 лет. Опять стал стольный князь уговаривать Настасью Тимофеевну, мол, нет в живых Добрыни, он сражался с неприятелем в чистом поле, срубил враг ему буйную голову, а коня Добрыни себе взял. Стала думать Настасья Тимофеевна: «Ничего-то нет мне от Добрынюшки Микитича». Думала она день за днем и решила пойти замуж за смелого Алёшу Поповича. Слезно плакала честна вдова Афимья Александровна, унимала Настасью Тимофеевну: «Не ходи-ка ты за смелого Алёшу за Поповича. Уж подождем еще 2 годика. Мы Добрынюшку Микитича. Ты своего мужа, а я сыночечка». Не послушалась Настасья Тимофеевна. Сделали славный пир. Был на пиру сам князь Владимир стольно-киевский, все князья и бояре, купцы богатые. Приезжает в то время к честной вдове Афимье Александровне детина незнакомый. Кланяется он ей в ноги, спрашивает: «А где ее любимая невестушка?» Отвечает честна вдова Афимья Александровна: «Закатилось мое красносолнышко, что невестушка моя любимая, то Добрынюшки жена родимая. Как замуж пошла Настасья Тимофеевна, что за смелого Алёшку, за Поповича». Говорит детинушка: «А это был сам Добрыня, мать его не узнала. А если живой Добрынюшка Микитович?» Попросил он свою одежду скоморошью и гусли. Удивилась Афимья Александровна смелости детинушки. Подала ему одежду скоморошью. Оделся Добрынюшка Микитович и поехал на честной пир к смелому Алёше Поповичу. Низко поклонился Добрыня всем гостям, отдельно князю Владимиру. Говорит Добрынюшка Микитович: «Нет ли мне местечка за дубовым столом?» Отвечает князь стольно-киевский: «У нас местечки все заняты. Тебе местечко на печке, на муравленной». Все гости на пиру наедались и напивались, стали хвастать житьем-бытьем. Умный хвастает отцом да матушкой, а безумный – молодой женой. Стал Добрыня по гуселышкам пальчиками поваживать, на гуселышках поигрывать. Всем гостям стало весело, и говорит князь стольно-киевский: «Вот тебе 3 местечка, любимые. Первое местечко, что подле меня, другое местечко, что супротив меня, а 3-е местечко, где хошь садись». И сел Добрынюшка Микитович напротив Настасьи Тимофеевны. Говорит он князю стольно-киевскому: «Налей-ка мне чару зелена вина».
опустил свой золотой перстень, которым с Настасьей Тимофеевной обручались, и поднес ей чару. «Ты бери-ка чару единой рукой. Уж ты пей-ка вино единым духом. Выпьешь до дна – увидишь доста, а не выпьешь до дна – не увидишь добра». Настасья взяла чару одной рукой, выпивала вино одним духом и увидела на дне золотой перстенек, которым обручалась она с Добрынюшкой. Стал Добрыня Микитич выспрашивать: «Кто из вас Настасью Тимофеевну подговаривал пойти замуж за смелого Алешу Поповича?» Тут все гости изумились, друг на друга стали оглядываться. «Тут больше-то туляется за среднего, а средний-то туляется за младшего. А у младшего-то и ответа нет». Тут Настасья Тимофеевна через дубовый стол перескочила, поклонилась Добрынюшке Микитичу, во всем ему покаялась. Все гости с пира разбежались, а стольный князь киевский во Микитину вотчину ушел. Все это рады, кого Бог унес. Взял Добрыня Микитович Алешу за желтые кудри, вытащил его из-за стола, стал таскать его по полу, приговаривать: «Всякий-то черт, то правда женится, да не всякому женитьба удавается, как удавалось Алешеньке Поповичу, моему смелому, что братцу крестовому». На том былинка и закончилась.